Друзья, привет! Вы на канале Pixel Trade, с вами Михаил, и сегодня мы поговорим о мебели. К нам приехал роскошный модульный диван, который станет отличным дополнением вашей гостиной. В этом видео мы расскажем, из каких материалов сделан диван, покажем основные функциональные особенности и, конечно же, проведем сравнение с аналогичными моделями на рынке. Также мы уже снимали обзор на диван от компании Xiaomi, подсказка будет в правом верхнем углу. Диван можно комбинировать в разных вариациях. У нас максимальное количество модулей 4, габариты мебели, ширина в самом длинном месте 170 см, ширина в самом узком 100 см, длина 386 см, высота 100 см. В комплектацию входит 4 модуля, из которых собирается диван, и 2 небольших пуфика. Сидеть на них не очень удобно, но как подставка для ног вполне себе. По весу он очень легкий, 2 взрослых мужчины без труда смогут поднять его на этаж и собрать, это большое преимущество. Выполнен в сером цвете и легко впишется в любой интерьер. Сам диван сделан из высококачественной кожи, она приятная на ощупь и легко отмывается. Также в комплекте идут уходовые средства, которые помогут сохранить коже эластичность и отличный внешний вид с годами. Дизайн простой, но выглядит достаточно дорого. Центральная панель выполнена из закаленного стекла и имеет 2 подстаканника. Сиденья по центру прошиты. Это является ключевым элементом дизайна и увеличивает прочность обшивки. По бокам расположены деревянные вставки. 4 подголовника здесь имеют механическую регулировку. Это намного надежнее и быстрее, чем электромоторы, а к тому же экономит место в ваших розетках. Внутри цельнодеревянный каркас. Состоит из прочных, но в то же время легких реек. Вкупе с поролоном мягкостью 50D диван получается очень мягким, сидеть на нем приятно. Также такая комбинация помогает дивану избежать деформации и придает устойчивости, даже несмотря на его небольшой вес. Мультимедийная система позволяет зарядить ваш телефон от 3 USB разъемов и по беспроводной зарядки. На центральной панели располагаются сенсорные кнопки. Они позволяют изменять громкость и переключать трек, также включать или выключать это устройство. Подключиться можно к мультимедийному центру либо при помощи Bluetooth, либо при помощи AUX. Также можно вставить сюда свой флеш-носитель и проигрывать с него музыку. Звук достаточно хороший, чистый и объемный. Для дивана этого вполне достаточно. В нашем магазине большой ассортимент мебели из Китая. Все, что у нас на сайте, сделано по высшим стандартам качества. Для заказа доступны комоды и тумбы, кресла, кровати и диваны, матрасы, столы и стулья. Мебель из Китая сейчас является высокотехнологичной, удобной, практичной и, самое главное, качественной. При разработке такой мебели используются европейские материалы и дизайнеры. За счет новизны бренда стоит она дешевле именитых аналогов. При этом практически ни в чем не уступает, а где-то и превосходит их. Ярким примером является умная кровать Xiaomi, на которую мы снимали обзор. Подсказка будет в правом верхнем углу. В разделе «Комоды и тумбы» вы сможете подобрать необходимые предметы интерьера для вашей спальни или детской. В разделе «Кресла» представлен модельный ряд жестких домашних кресел и подвижных игровых. Тут также вы сможете найти массажное кресло. В разделе «Кровати и диваны» представлены различные модели умных предметов мебели, которые без труда сделают вашу спальню или гостиную более удобной. В разделе «Матрасы» вы сможете подобрать подходящий по жесткости и размеру матрас для вашей умной кровати. Раздел «Столы и стулья» посвящен в основном обустройству кухонных и рабочих зон, представляет из себя набор простых и лаконичных решений. Также, позвонив менеджеру, вы сможете его расспросить о дачной мебели. Данные модели тоже есть у нас в ассортименте. Диваны обычно покупают на долгий срок службы, от 15 до 25 лет. Поэтому к этому делу стоит подойти очень обстоятельно. Для сравнения мы возьмем те модели диванов, которые вы можете встретить на российском рынке. Обсудим их преимущества и недостатки. Для сравнения мы выбрали несколько кожаных диванов, примерно похожих по размеру, попавшихся нам в поиске на просторах интернета. Это диван IQ136 от компании «Умные диваны» и угловой диван Rochester с электрореклайнерами. Начнем с каркаса. Он определяет устойчивость и прочность дивана, а также его вес. Самым тяжелым является диван Rochester, так как каркас выполнен из металла, а также тут есть электромоторы, отвечающие за подъем и опускание подголовников. У дивана IQ136 каркас смешанный, где-то металл, где-то дерево. У нашего дивана каркас цельнодеревянный. Это дает ему одно преимущество, он достаточно легкий, хотя уступает другим моделям по прочности. Следующий немаловажный аспект – это ниши для хранения вещей. У Рочестера и нашего дивана их нет, а вот у IQ136 их достаточно много. Это большое преимущество.
Регулировки подголовников у дивана Рочестер электрические, у остальных механические. Мне лично механические нравятся больше, потому что они банально быстрее приводятся в нужное положение. Они надежнее, к тому же даже если сломаются, ремонт будет недорогим. Умные функции есть только у нашего дивана, это делает его еще более удобным для вашей гостиной. Отдыхая на нем, вы сможете зарядить телефон проводной и беспроводной зарядкой. Теперь не нужно тянуться к ближайшей розетке, а также вы сможете подключить свою музыку по Bluetooth с флешки или через провод AUX. Также при желании можно интегрировать данную колонку в акустическую систему комнаты, чтобы звук был еще более объемным. Касательно цены, самый дорогой Рочестер, потому что имеет электрические подголовники. IQ 136 и наш диван стоят примерно одинаково. Если вы планируете использовать диван только для гостей, а также вам необходима ниша для хранения, то IQ 136 отлично вам подойдет. Если же вам нужен диван в домашний кинотеатр или вы проводите на нем много времени, то наш роскошный секционный диван подойдет как нельзя лучше. Данное сравнение, конечно, очень поверхностное. Перед покупкой я рекомендую лично потрогать и посидеть на выбранном диване. Подводя итог, хочу сказать, что диван ничем не хуже аналогичных, а в чем-то даже превосходит их. Выполнен из высококачественных материалов и прослужит вам долгую службу, а умные функции сделают его идеальным местом для отдыха в вашей гостиной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Также будем благодарны, если вы поставите лайк и подпишитесь на наш канал Pixel Trade. До скорого! Пока-пока!